Осужденные в качестве бесплатной рабочей силы. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, летом этого года в течение нескольких дней осужденные ремонтировали квартиру начальника колонии поселения номер 13 города Кохма. Использовав должностное положение, офицер выводил двух осужденных с территории колонии, нарушая тем самым распорядок учреждения. Преступление выявлено по материалу регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. И, кроме того, могу пояснить, что вот в субботу, да, прошедшую 12 декабря, указанному лицу избрано мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следователь выполняет все необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.